Всем привет из Киева, столицы Украины. Сегодня 8 января 2018 года. Сегодня уже Новый год. Сегодня увеличилось количество, как вы видите, фасолевых зерновых в культуре. Поэтому соизволю себе повторить сюжет, посвященный фасолевой зерновке, и дополнить некоторыми данными, которые бы тоже немножко говорили о ее цикле развития. Как вы видите, сегодня снова на экране большое количество фасолевой зерновки. Самцы и самки в культуре, развивающиеся на бобах фасоли. Потому что фасолевая зерновка по латыни Acanthocelides aptectus крайне важный и опасный вредитель фасоли, бобов, различных видов фасоли, выращиваемых во многих странах. Потому что этот вид вредителя имеет такое полностью мировое распространение. Теперь перейдем к особенностям развития на Украине и близлежащих странах. Жук такой, вы видите, серо-коричневой окраски. Длина его от 2 до 5 мм. Очень сильно варьирует от очень мелких до достаточно крупных. Потому что количество потребляемой пищи внутри вот такого боба фасоли будет зависеть от того, насколько много будет внутри личинок этого вредителя. Жуки хорошо летают. Это опасный вредитель фасоли на складах и также в поле. Самка может откладывать яйца в полевых условиях на зрелые бобы фасоли. А в помещении жуки быстро размножаются на складируемых семенах фасоли или бобов. Причем жук дает от 3 до 4 поколений в год. Самка живет до 20-28 дней. А при оптимальной температуре около 27 градусов Цельсия и влажности 90%, самка откладывает до 284 яиц. Практически 300 яиц может отложить самка в течение своего жизни 28 дней. Но при 18 градусах тепла она откладывает только 18 яиц. Личинка фасолевой зерновки жука развивается внутри фасоли. И когда личинки выедают уже содержимое фасоли, появляются видны такие полупрозрачные камеры, которые хорошо видны через оболочку фасоли. И этим вы можете сразу же определить зараженность фасоли на фасолевую зерновку. Жизненный цикл полный от яйца до имага продолжается около 60 дней при 18 градусах Цельсия, а при 30 около 26 дней. Так что в течение месяца разовьется от яйца до вот такого взрослого имага очень быстро. В одном семени фасоли может развиваться до 30 экземпляров жуков. И личинка перед своим окукливанием подготавливает такое вот полупрозрачное окошечко для выхода жуков. Сейчас мы немножко приблизим их и посмотрим их более крупным планом. Жуки прекрасно летают, очень быстро распространяются в помещении. Поэтому при наличии запасов фасоли они сразу же прекрасно их смогут и найти. Сейчас они помещены в чашку Петри и активно двигаются к солнцу. Это один из способов также ликвидации фасоли во время ее ликвидации зерновки при сборах. И немножко перейдем к литературным данным, которые я возьму из статьи Черней Прохорова в журнале «Украинская энтомофаунистика» за 2016 год, 7 том, 2 номер, которая называется «Размножение фасолевой зерновки в Центральной Украине и методы борьбы с ней». Литературные данные свидетельствуют о происхождении фасолевой зерновки Acanthocelides aptectus из Южной и Центральной Америки. В Украине первые находки отмечены в начале второй половины 20 века на Черноморском побережье Крыма, где этот вид имел
очаговое распространение. Жук как объект внутреннего карантина указан также для Черноморского побережья Закавказья. До середины 80-х годов в Центральной Украине фасолевая зерновка не была отмечена. В настоящее время это опасный вредитель фасоли, обыкновенный в пределах всей Украины. Теперь рассмотрим особенности развития фасолевой зерновки. Какие же они? Жизненный цикл развития одногодичный. Имеется два цикла типа развития, потому что развитие может быть в поле и развитие в синотропных условиях, тобто в жилищах человека, жилище животных, в зернохранилищах. Итак, первый тип одногодичный. Развитие происходит исключительно в природе. Тогда для взрослых жуков характерна зимняя диапауза в природе, на почве в основном. В стадии личинки фасолевая зерновка монофаг, фактически связана только с семенами фасоли обыкновенной, но различных сортов. А также взрослые жуки питаются листьями, молодыми стеблями и цветами фасоли. А в лабораторных условиях при наблюдении могли питаться и другими некоторыми растениями. Однако на стадии все-таки имаго взрослого жука этот вид монофаг, или можно сказать узкий оливофаг. Итак, второй тип развития. Развитие в синантропных условиях, в жилищах человека, зернохранилищах. Оптимальные условия для развития получаются в течение осени, зимы и весны в хранилище. И тогда жук дает несколько поколений. Имаго не имеют диапаузы. На стадиях имаго взрослого жука и личинки это монофаг. Питаются в основном семенами фасоли. В изучаемом регионе в Центральной Украине развитие происходит в природе с мая по сентябрь и к приуроченных к вегетации, периоду вегетации фасоли. Жуки зимуют в почве, в подстилке, под корой деревьев, а также в семенах фасоли, упавших на почву. Однако, скорее всего, в семенах они погибают, потому что семена часто набухают и портятся, а также прорастают или сгнивают. Имаго, вышедшие из зимней диапаузы весной, питаются растениями фасоли. В лабораторных условиях жуки повреждали нижнюю поверхность листьев, прилистники, молодые стебли фасоли, на них образовывались трещины. Через 8 дней после удаления растений все жуки были также активны, даже если им предоставить сходы других растений. При солнечном освещении они прекрасно летают, а ночь и прячутся в основании черешков сложного листа фасоли. Взрослые жуки хорошо держатся на поверхности растения, даже при сильном дуновении ветра. А вне растения, на какой-то поверхности, на бобах, для них характерен также танатоз, замирание при беспокойстве, скучивание, а также характерно поведение при дотрагивании. До жуков они быстро складывают лапки и падают на землю, на поверхность, прячутся от какого-либо беспокойства. Самки. Самки откладывают яйца на созревающие бобы и на поверхность зрелых семян. Развитие личинки, куколки, молодых жуков происходит внутри семени фасоли. Итак, а теперь посмотрим, о чем особенности развития по второму типу в синантропных условиях в хранилище. При хранении фасоли в мешках, коробках, банках создаются прекрасные условия для развития поколения за поколение и наращивания численности жука в течение осени, от осени до весны. И, конечно, еще вторая особенность – то, что нет имагинальной диапаузы. Жуки сразу повторяют следующее поколение. Яйца откладываются просто на поверхность бобов или просто на дно сосуда, чашки Петри или любого другого сосуда с бобами. Часть откладывается также в отверстие старых бобов фасоли, из которых уже вышли жуки. Как уже упоминалось, жуки откладывают от 28 до
до 80 яиц. Личинка хорошо просматривается через полупрозрачную оболочку яйца. Она поворачивается вокруг своей оси и двигается, поедая содержимое боба. На личинке первого возраста имеются ножки с двумя маленькими присосками. На первом восьмых стернитах брюшка, и они обеспечивают гусеничное скольжение этой личинки, даже если ее положить на гладкую поверхность чашки Петри. По-видимому, также и она двигается по скользкой поверхности семени фасоли. После внедрения в семя, после первой линьки, появляются безногие личинки. И развитие личинок происходит в пределах лишь одной семидоли. Личинка малоподвижна, повернута брюшной поверхностью к оболочке семени фасоли, которую она не разрушает, оболочку, и окукливаясь в таком же положении. Сформировавшийся жук в семени делает кольцевую насечку на его оболочке и выгрызает крышечку летную и выбирается наружу. Вышедшие жуки очень активны, спариваются. Прожив несколько дней, они погибают. Однако самка может жить до 20-28 дней. Питание фасолью вне семян не наблюдается. Очень часто жуки прячутся в такие пустые колыбельки внутри семян, выгрызанные личинками, где, по-видимому, они подпитываются. Вот такие особенности развития личинок жука и самих жуков. При хранении семян фасоли часто бывают они заражены и при этом становятся полностью непригодными для употребления в пищу и для посева, потому что они повреждаются. В одном семени наблюдаются от 17 до 30 личинок жуков. Личинки и сами жуки имеют специфический запах и вкус, который хорошо ощущается на зараженной фасоли. Или даже вот в такой очень-очень сильно зараженной культуре фасоли, которая имеет специфический запах. Сейчас мы сделаем еще покрупнее увеличение. На таком среднем увеличении интереснее. При попадании в пищу личинки и жуки вызывают определенную тошноту даже у человека и неприятные ощущения. Как же обеспечить защиту от жуков? Защита жуков прежде всего может быть обеспечена посевами чистой незараженной фасоли. И поэтому нужно использовать чистый незараженный материал. Потом вторым способом возможна обработка фасоли токсическими препаратами в природе. Но поскольку жуки фасолевой зерновки питаются в основном скрытно на нижней стороне листьев, полного их уничтожения достичь практически невозможно. Можно бороться с жуками во время начала их хранения, в самом начале хранения. Для этого семена фасоли необходимо рассыпать тонким слоем в необогреваемых помещениях, сараях, верандах, чердаках, хранилищах, в больших ящиках с низкими стенками, до 5 см высотой. Поэтому жуки, отродившиеся в таких хранилищах еще в теплое время года, в конце лета, они вылетают из этого помещения, летят на свет и не сохраняются около самих семян. В зимний период же, при понижении температуры, фасолевая зерновка до минус 10 градусов Цельсия, если погибают. Вот на этом основан третий способ борьбы. Собранные семена, если они не предназначены для высева, только для питания, их желательно проморозить в морозилке до минус 10, и фасолевая зерновка практически вся 100% погибает. Необходимо проводить контрольные проверки семян
фасоли на зараженность и удалять такие семена из ящиков, предназначенных для посадки. Кроме того, желательно, если вы используете фасоль на своем участке, перед выбрасыванием на дачный участок вашей фасоли, которая сухая, необходимо ее несколько минут проварить в кипятке. В семенах, обработанных таким методом путем кипячения или методом промораживания, все личинки и взрослые жуки погибнут. Если же их выбросить просто, семена, они вполне возможно перезимуют. И весенне-летний период снова вылетят на посевы нового урожая. Не рекомендуется. Какие методы хранения? Не рекомендуется хранить большое количество фасоли, бобов в глубоких крупных мешках, в глубоких ящиках, потому что создаются оптимальные условия для массового размножения фасолевой зерновки. В таких условиях в зрелых семенах без имагинальной диапаузы жука происходит развитие беспрерывно в течение года. Особенно если весь этот мешок закрыт, жуки не вылетают и дают поколение за поколением. И в емкости скапливается огромное количество жуков. А такие семена фасоли непригодны ни для посевов, ни для употребления в пищу. Вот такой сегодняшний рассказ о опасном вредителе фасоли, фасолевой зерновке, Acanthocelidus apteptus. Думаю, что вы все встречали такого жука у себя на кухне, потому что иногда вы, вполне возможно, покупаете фасоль на рынке. И вполне часто у вас обнаруживаются такие жуки на кухне. Поэтому собранную, принесенную фасоль с дачного участка или с базара вам легко обработать в морозильнике, и все личинки погибнут. И дальше они не будут заражать взрослые жуки. Не появятся и не будут заражать хранящуюся у вас фасоль. Так что спасибо за внимание. Желаю вам хорошего настроения и не боязни таких жуков, от которых вполне возможно сохранить свой урожай и свои запасы фасоли. Так что подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайки и пишите вопросы и комментарии внизу этого видео. А мы вас еще удивим новыми рассказами о вредителях, вредных насекомых для человека и полезных, которые помогают уменьшать количество вредных в природе на вашем дачном участке и в природных условиях. Пока-пока, с вами был Виктор Фурсов, 8 января 2018 года.